Телеканал КРТ представляє. Есть вот эти так называемые соросята, которые очень защищают Сытника. Да, вот сейчас идет процесс, вот хотят Сытника снять. А у меня возникает вопрос, а не надо защищать или не защищать? Вот не надо цифры говорить. Вот там, что Сытник выходит, когда отчитывается, он говорит, у нас 80 производств, у нас 120 производств. Мы там наложили арест на какие-то там миллионы непонятно каких-то аморфных людей. Возникает к Сытнику простой вопрос. Ну вот НАБУ, вот ты владеешь этим НАБУ. Вот под тебя создали специализированную антикоррупционную прокуратуру. Суд тебе уже создали. Ты просил возможность прослушивать телефоны? На. Ты просил полноценный орган со своими техническими возможностями, силовыми возможностями. Ну все тебе дали, на. Назови одного, вот одного топ-чиновника, которого вы довели до суда и получили приговор за эти годы. Если еще Государственное бюро расследований, ну, недавно достаточно начало работать, да, но НАБУ начало работать где-то там в 2015 году, то есть прошло 5 лет. Что мы помним? Мы помним скандал, что он поехал в Лондон с женой, и там были непонятные вопросы по оплате этой поездки. Mm-hmm. Мы помним скандал, что его внесли в реестр коррупционеров. Ну, это анекдот, да, руководитель антикоррупционного органа находится в реестре коррупционеров. Мы помним его скандалы с генеральным прокурором, с руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры. С полученными штатами, наверное. Да, все что угодно. Мы помним различные телешоу, да, вот, забежали куда-то, схватили кого-то, на носилках или там не на инвалидной коляске, или там еще на чем-то, куда-то какого-то чиновника, стремительно заболевшего, куда-то начали носить, куда-то начали водить, да? Шум, гам в прессе, пресс-конференции, все хорошо. Результат где? Вот есть топ-чиновники, одного министра покажите, одного народного депутата покажите, одного руководителя госкомпании, государственного банка, да? То есть все грязное в экономике, все потоки финансовые работают, ни одного результата нет. Так этот орган подтвердил свою, ну, эффективность? Не подтвердил. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим, почему так происходит, действительно, если сегодня взять там Верлана в конвертационный центр, забить в интернет-ресурсе, угу, то будут показаны, кто конкретно, каких лиц завели со Львова десант, на какие должности поназначали. Будет видно, кто конвертатор. Будет видно абсолютно четко все названия юридических лиц, которые участвуют в этих схемах. Все это есть. Бери, устанавливай эти юрлица. Бери, устанавливай, извините за жаргон, налоговая милиция прекрасно знает, как это делать, фунтов, которые типа там должностными лицами числятся, которые скажут, откуда я знаю, что это тут за оборот 200 миллионов гривен, 300 миллионов гривен. Понимаете, уровень бизнесмена, у которого 300 миллионов гривен оборот в день. И перечень товаров там, количество наименований на 80 страниц. Но это эпицентр только может быть, ну, похвастаться такими оборотами. А тут какая-то фирма «Рога и копыта», которая через полгода уже закрывается. Возникает новая, по тому же юрадресу, те же должностные лица. И это все понимают. И кто-то принимает декларации у них налоговые, понимаете? И кто-то делает аудиторские проверки у реального выгодополучателя. То есть если это все свести на уровне Генеральной прокуратуры или на уровне Национального антикоррупционного бюро. Досить швидко можна нарисовать вот эту схему. Да, вот импортер, вот ушел товар, вот остался налоговый кредит, вот кредит пошел на транзитное предприятие Львовской области или Киевской области, где тоже десантник сидит. Да. Вот там пошел пересорт. Видно, зашел один товар, вышел тот товар, который нужен заказчику. Вот приехали на заказчика, все это свели, всех одновременно допросили, всех сделали очные ставки. Все налоговики, которые принимали в этом участие, прямое или опосредованное, допросили, сделали очные ставки, предложили людям с удовольствием, они согласятся на сотрудничество со следствием, и все. Угу. И все, 10-20 дней и пошли с наручниками налоговую службу.